Вот мы приехали, у нас относительно недалеко от дома озеро. Вот наши красотки. Тут площадочка детская есть. Тут дети резвятся. Озерцо. Народу, в принципе, не так много для 35 градусов жары. Я ожидал большего. Вот такое вот озеро прикольное. Люди приходят со своими вот этими вот шатрами. Они помещаются в мешок, в небольшой. Вот этот такой шатер помещается в небольшой мешок. Он складывается полностью прям. Очень классная вещь. Зонтик, наверное, вообще сложится в трубку. Можно вот такой будет шатер купить. Но здесь что классно, много деревьев, под которыми все сидят, и в принципе в тени места всем хватает. Все со всякими надувными кругами, матрасами, утками. Тут же прям жарят барбекю. Я думал, в Америке нельзя жарить барбекю. Вот ребята прям жарят, мясом воняет на всю эту. Пофиг. Бразильцы, профессионалы. Кто-то тут живет на том берегу. Место прикольное. Байдарочки. 3 бакса всего лишь за проезд машины. Места на парковке были, несмотря на воскресенье и лютую жару. Так что вообще прям место шикарное, конечно. Самое главное, это отличие от Лейк, от Ванкувер Лейк, то, что здесь не загажен газон собаками. Не знаю, как они этого добились, но собак я здесь не вижу, и говна, соответственно, тоже нет. Вон там вообще целая куча места. Вон под теми деревьями практически никого нет. Один какой-то дядька там ходит. Короче, места хватает всем. Так что рекомендую. Это в районе Селмон Крик. Всем привет. Мимо. Иди под желтый, желтый, подбегай. Не, мимо. Да что ж ты мимо-то все? Ты посмотри, оно немножко сбоку. Оно вот сюда, иди сейчас. Сюда поближе, чуть-чуть, на полшага сюда, вот так. Смотри. Радуга. Пойдешь, я буду не трогать. Побегай тут еще. Пойдем вместе побежим. Вот такое тут озеро. Много деревьев, много места, много тени. Я довольна. Детская площадка, вода теплущая, 35 градусов. Здесь намного лучше, чем на том озере. Вода прозрачная. Вода классная, дно песчаное, прозрачное, прям заходишь там,
Даже где уже с головой видно, там снизу водоросли. Здесь для детей вообще идеально, мелко. На Ванкувер Лейк там ил, вода мутная. Там он народ жгет что-то, шашлык делает, барбекю. Вот такие вот классные палаточки, они в рюкзак помещаются. Такая здоровая палатка помещается в рюкзак. Надо будет тоже приобрести. Места в тени достаточно для всех. Задом наперед надо перевернуть. Да. Мне очень напоминает, как мы купались в детстве на Оке. Очень похоже. Сейчас. Но там не было таких фонтанчиков, детской площадки, травки, деревьев и вообще ничего. Здесь, конечно, круто какие-нибудь купить эти круги, матрасы, лежать. Практически как в Турции. Только нету соленой воды. А вода теплая вообще, пипец. 35 градусов жары. Это... Напоминаю, самый северный штат Америки. Один из самых северных. Граничащий с Канадой. Что самое прикольное, то что парковка платная, всего 3 бакса. И места есть. На пляже народу много, но места в тени есть. То есть все как-то сделано так, что всем хватает. В Москве, например, припарковаться просто невозможно. В тени тоже фиг ляжешь. Все как сельди в бочке, все там просто. Аналогично вот озере мы были. И вода, кстати, там холодная, а здесь теплая. Вот тут бегают дети. Я зашел где-то в поляшки. В принципе, дно видно нормально, несмотря на то, что все сбаламучено. А там подальше вода вообще прозрачная. Классненький прудик, мне нравится, вообще супер. Головастик. Да, не надо. Ныряй, как ты можешь нырять? Не бойся. Глаза открыла, видно, что там? Рыбки. Рыбки даже есть? Маленького там. О, здорово, я даже не видел, что тут рыбки есть. Кажется, что это палочки маленькие, а на самом деле это рыбки. Всем привет! Из жаркой Америки.